Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой блог. Сегодня рубрика «Открываю новую косметику» и вообще перебираю заказ свой Oriflame по 14 каталогу. Все сюда сгрузила и те средства, которые собираюсь открывать. И вот уже стоит, я думаю, нужно разобрать, потому что кое-что уже в ходу. Ну что, давайте будем смотреть. А я вам видео показывала вот эти вот две коробочки. И это у меня вот такие вот серьги со шмеликами, значит, трансформеры, не знаю, как показать. Одна сережка, вот такая вот шмель, и у нее висюлька сота, а вторая, наоборот, на ушке сота, и внизу висит шмель. А я хочу, чтобы были одинаково, и, в общем, это вот у меня вход идет, и поэтому я, в общем-то, заказала две. Следующее, что краску. В ближайшее время буду красить волосы. И вот оттенок 5.25 мне уже в ход пойдет. Хочу сказать, что есть такая информация, что краски убирают с производства. Не знаю, заменять будут или нет. Я прям, узнав вчера это, очень расстроена. И озадачена, где же я потом буду покупать. Может быть, будет перевыпуск, перезапуск. Но, тем не менее, крашу я волосы регулярно. И как бы не хотелось остаться без краски. В общем, это вход. Астаксантин тоже вход. Открываю его. Следующее, что еще открываю, это тушь Джордани. Новинка. Вот такая вот тушь. Там я уже ей так не открою одной рукой. Получается, что пользовалась, и у нее вот такая вот кисточка, изогнутая кисточка. В общем-то, вот она у меня в ходу. Следующее, давайте уже все подряд. Так, это я в запасе кладу наборчик Novage, крем дневной, ночной, крем для век. Сыворотка у меня есть, это у меня в запас. Так, дальше. Что у нас тут еще? Зубную щетку открываем. Илюшка заказала. Потом еще это у нас крем зимний. Пока в запас. С медом. Для ножек у меня тоже пока в запас новиночка. Так, тоник пока тоже есть. Запас. Цены были просто очень хорошие. И это. Так, микроэксфолирующий скраб Novage. Это я открою, мне нужен скрабик для лица. Умывалочку тоже в запасик. Так, следующее, крем для рук с медом. Пока тоже в запас. Вот. Так. Следующее, что? Средство для снятия водостойкой косметики. Это мы в ход пускаем, чтобы было средство для снятия. Так, дальше у нас идет гель для интимной гигиены, покупала в запас. Очень мне понравился этот продукт. У меня это подружка перелила с дозатором, говорит, удобно пользоваться, экономично, классно. В общем, тоже довольна этим средством. Сейчас у меня такое открытое, но пользуюсь так. Кондиционер серии Botanicals открываю, потому что уже все его закончили, разрезала, кинула в пустые банки. В общем, быстро он у нас закончился. Очень понравилась эта серия, очень довольна. Пока в каталогах не вижу, поэтому кондиционер открываем. Так, мисс Джордани, это парфюмерный лосьон для тела. Пока в запас. Дальше, зубная паста. Илюк просил мне заказать. Это все открываем. Так, дальше, средство для снятия. О, это у нас тоник. Пока тоже в запас все есть. Мицеллярка. Тоже была по классной цене, пока в запас. Следующее, что у нас здесь, это я покупала, была акция. Краску берешь и шампунь можно было заказать в подарок. Ну, в общем, выгодно по цене получалось. Это пока в запас шампунь. Еще бы какой-нибудь кондиционер надо открыть, потому что этого будет мало. Еще какой-нибудь кондиционер надо открыть. Jordani Gold Original тоже пока в запасик. А шариковый дезодорант тоже в запас. Вода была по очень классной цене. У меня там еще есть маленечко. Так, средство Pure Skin. Это у нас в запас. Мы постоянно чем-то таким пользуемся, когда прыщики. А вот
Настя в основном, у нее вот такие продукты пока в запас кладу. Так, это набор помад была. Подарок получала в оттенке 304,59. Даже пока не знаю, какой цвет, но это все сюда. Тушь мною любимая силиконовая кисточка Giordani Gold. Тоже в запасик. Все, что кладу в запасик, потом еще пойдет очень хорошо все это, знаете, на подарки. Не успеем оглянуться, когда будут праздники. Так, здесь у меня кошелек. Показывала вам видео. И здесь вот такой вот платок. Ну что? А, нет. Еще один Pure Skin. Так, и пудра Giordani. Все это пока в запас. Здесь 15 миллилитров, в общем-то. А, даже 6 миллилитров. Совсем небольшой объем, поэтому средства, в принципе, расходуются быстро. Вот это все в запас. Такой стратегический запас, почему бы и нет. Классно, когда есть продукты, я так считаю, что не нужно никуда бежать. Достал, и ты уже начинаешь этим пользоваться. Еще сейчас покажу вам, что еще открываю. Такую зубную пасту Sense1, недавно вам показывала, что купила ее для чувствительных зубов. Морозная мята. Попробую, интересно. Так, кондиционер HRX, вот такой для окрашенных волос. Вообще что-то в запасах ничего. Как-то нет по кондиционерам, надо запасаться. Странно, очень-очень странно. Так, это открываем. И зубную пасту Aftifresh вот такую открываем. Так что, в общем-то, все разобрала. Сейчас это уберу, а это уже... Все будем использовать. Все будем использовать. Насте средства, Илюшке, мне тут. В общем, нам с Настей кондиционеры для волос. В общем, все нужное, все очень нужно. Вот. Все. Очень счастлива, что разобрала и наведу порядок. Вы этот день провели вместе со мной. Я вас обнимаю очень крепко. Целую, говорю всем пока-пока. До новых встреч.